И мы продолжаем выпуск. 18 марта состоятся выборы президента России. В этот день любой гражданин страны вправе отдать свой голос не только по месту регистрации, но и там, где ему удобно. Как это сделать, узнаете прямо сейчас. До 12 марта избиратели, граждане Российской Федерации, вправе заявить о желании проголосовать по месту нахождения. Получить необходимые для этого документы можно в любом МФЦ, на сайте госуслуг, в участковой или территориальной избирательной комиссии. Так, например, поступила депутат Государственной Думы Лидия Антонова. Отдать свой голос за будущее страны она решила в Люберцах, на своей малой родине. Очень хочется, чтобы все то, что доброе начато, было продолжено, и чтобы каждый россиянин захотел и смог прийти и отдать голос тому человеку, кому он доверяет. Поэтому я, безусловно, тоже хочу это сделать. И хочу это сделать здесь, на нашей замечательной Люберецкой земле. Для подачи заявления необходим паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий его, и, конечно, желание. На данный момент в одном из четырех пунктов приема в Люберцах такие заявки оставили уже более 50 человек. Наталья Григорьева, Мария Антонова и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.